4 октября, день Кодрата. Сегодня почитается память святого апостола Кодрата, одного из 70 апостолов. Он проповедовал Слово Божие среди язычников, был в сане епископа. Согласно преданию, он уничтожил идольские жертвы, разрушил идолов и своей молитвой разорил бесовские храмы. Многих людей обратил в христианство. Это вызвало ненависть со стороны язычников. Они пытались побить Кодрата камнями. Потом в темнице долго морили голодом. Умер он после долгих мучений. Сегодняшний день именуют днем Кодрата и днем Матвея. Наши предки сегодня читали заговоры, исполняли обряды, которые способствовали плодородию на будущий год. Сегодня обязательно работали, так как только труд сулит благополучие и прибыль. Как это верно и по сей день. Так как погода становилась холоднее, то с вечера топили авины. Авин – хозяйственная постройка, в которой сушили снопы перед молодьбой. Постройка состояла из ямы, где располагалась печь без трубы, а также из верхнего яруса, куда складывались снопы. Жар проходил через решетку и подсушивал снопы. Работников сегодня угощали овсяной кашей и напутствовали. Молотильщикам – каши горшок, а хозяину – хлеба ворошок. Наши предки верили, что в нижней половине под авином живет особый дух – авинник. Его надо было уважать, чтобы он не устроил пожара. Авинник заботился о том, чтобы авинь не топили в праздники ветреные и неурожайные дни. Авинник появлялся перед пожаром, принимал образ черного кота или человека с всклокоченными черными волосами. Приметы. Если погода сегодня солнечная и теплая, а ветер дует с северо-востока или с севера, зима будет холодной. Какая погода сегодня, такой она продержится еще 4 недели. Если сегодня резко похолодало, зима уже близко. Если днем холодно, а ночью становится теплее, это к ненастью. Так, включаем. И пошло у нас. Делаем фарш из проросшей пшеницы. Пошло. Хороший фарш получается. Смотрите, как вы ее прорастили. Специально оставила один отросточек. Вот аж 4 усика, и они где-то по 2 сантиметра уже. Это еще лучше или хуже, когда маленький отросточек? Вот объясните. Вот смотри. Мы с тобой как раз, помнишь, как-то рассказывали о 5 первоэлементах, которые, из которых начинает строиться мир. И вот смотри, ты как раз сказала, вот смотри, зерно, да, вот он один отросточек, вот он второй отросточек, вот он третий отросточек, вот он четвертый отросточек, и вот он пятый. Да. А почему нет шестого, а почему нет четвертого? Мы еще не выросли. Они не выросли. А помнишь, я тебе рассказывал о том, как строится пространство? Пространство строится с позиции 5 первоэлементов. Значит, в середине зерно, да? И оно дает отросточек 1, 2, 3, 4. То есть закономерно идут 4 направления. Не 3, не 5, а именно 4. Вот она как раз вот по этим вот силам и действует. То есть это прямо наглядный пример, наглядный образ сотворения мира, да, из мелочи. И более того, да, из мелочи. И еще я вам покажу удивительную вещь. Мы с вами берем, разрезаем яблочко вот так вот. Яблочко разрезали, да? И считаем, сколько тут камер? 5. 1, 2, 3, 4, 5. А почему 5? Вот почему 5, а не 6, а не 3, а не 4? Потому что 5 элементов... 5 вот этих вот первоэлементов действует... То есть пространство напомните, начинает строиться. Эти 5 элементов? 5 первоэлементов – это эфир, это воздух, это огонь, это вода и земля.
Очень красиво. По индусской терминологии. Хорошо. У китайцев несколько там она иная. Ну, то есть я показал почему. И поэтому вот этот как раз потенциал, который идет с пространства, вот он только начинает, он самый мощный, естественно, будет нас очень хорошо питать. Вы представляете, какая у нас получится вселенская просто клубничка. Вот он фарш. Итак, фарш из пророшенной пшеницы. И сейчас я буду лепить вот эти самые наши клубнички. Хорошо? Да, с удовольствием. Кстати, что мы еще здесь используем? Свекольный сок. Свекольный он сок. Он хорошо очень окрашивает, ну и потом... В качестве пигмента, да, берем, естественно, в качестве пигмента. И вместо сахара, который я использовала в своем пионерском детстве, я решила использовать кунжут. Сим-сим, откройся. Семена кунжута. Тоже он и ароматный, и масло там есть. Дело в том, что сахар, конечно, толку ничего не давал, кроме там вкуса. А вот кунжутные семена используются, и хлеб кунжутом обсыпается, ну и ряд других продуктов. И почему? Да потому что кунжутное семя по своим свойствам, она горячая. И за счет этого улучшаются процессы пищеварения и усвоения того же хлеба, что немаловажно. Видишь, поэтому почему кунжут так поменяется. А вот это узбекские лепешки, арабские, они все с кунжутом, чтобы лучше пищеварение шло? Чтобы лучше шло пищеварение. Потому что любое семя еще вносит свои, будем говорить, живые субстанции и делая наш продукт более целебным.